Привет, друзья! Хочу сегодня в этом ролике поблагодарить людей, друзей, коллег, подписчиков, друзей в соцсетях, которые смотрят, наблюдают за мной в социальных сетях, на YouTube-канале, смотрят мои видео, дарят мне подарки. И это один из роликов, чтобы поблагодарить людей, которые, вот даже будучи в Харькове, да даже и до Харькова, до выставки, мне присылали подарки, ну, по почте, просто как бы с уважением люди, с которыми я даже практически, ну, в лицо не знаком. Мы знакомы через интернет, через YouTube, через форумы. Вот на выставке в Харькове хочу поблагодарить Александра с Кривого Рога. Мы с ним познакомились, долго общались. Он мне подарил вот такие листочки. Очень много. Это еще, насколько я понимаю, так сказать, советские задвижки на литки. Очень классные. Кстати, прикольные. Они в какой-то степени как раритет. Их сейчас на магазинах не найдешь. Вот он мне сделал такой подарок, большое количество этих задвижек, за что Саше большое спасибо. Мне очень приятно. Также я хочу поблагодарить, естественно, своего друга Александра Пасечника, передать ему привет. В принципе, я передаю привет всем, но хочу поблагодарить его, его жену. Мы с ним дружим, общаемся, звоним по скайпу, по телефону. Он очень много для меня сделал, он помогает мне в некоторых там приобретениях. Вот он мне передал от Паши Легкого вот такой подарок. Это градусник, который будет у меня на пасеке висеть, украшать мои окна. Мне очень приятно, спасибо, Пашка. Классный подарок, потому что я люблю такие вещи, мне нравятся такие вещи, именно связанные с пчеловодством. Так что, Пашка, мне очень приятно, спасибо тебе. Ну, вернемся опять с Александром Пасечником. Я очень рад, что я знаком с ним и что мы общаемся с ним. Он мне подарил вот такую штуку. Это называется воскоплав. Воскоплав. Это он знает, что я занимаюсь выводом маток. И он приобрел себе такую, и как-то мы в общении, он, ну, я как-то выразился, что у меня нету такой штуки, и он это как бы усек и подарил мне вот такой воскоплав. Для чего он нужен? Он нужен для вывода маток, мисочки, которые выливаются из воска. То есть это классная, нужная, полезная для меня вещь. Класс, спасибо большое. Я чуть-чуть, как бы, мне неудобно, но, тем не менее, благодарить людей за то, что они сделали сколько для меня, сколько подарков, очень приятно. Вот такой воскоплав. Ну, помимо воскоплава, конечно же, Сашка мне еще много-много чего сделал полезного, приятного, за что ему спасибо. Также есть у меня товарищ, друг, коллега Вася Полищук. На форумах он укроп, насколько я знаю. Он мне прислал вот такие американские клеточки с феромонами для подсадки маток. Запах, конечно, буквально на выставке смотрел точно такие же клеточки, то они были без запаха. А эти он прислал настоящие, прямо я открыл их и чувствую, что они с запахом. Они были в кулечке, я просто достал их, чтобы показать. Спасибо, Вася, мне очень приятно. У меня просто нет слов. Ну и также ж на выставке есть такая семья, семья пчеловодов Труш. Труш Владимир, это папа, и два брата, сыновья. Это Алексей, Лёшка и Ромка. Они на выставке приятные парни. Я с ними познакомился совсем недавно. По интернету знаю их давно. Это канал BeFarm, BeFarm.ua в YouTube.
они молодцы, занимаются пчеловодством, делают вот такие нуклеусы. И они мне его презентовали. Хотя у меня своя система нуклеусов, но я принял этот подарок, потому что бесплатно. И потому что люди добрые, люди с доброй душой, и я его принял для тестирования. Я думаю, я в этом году его потестирую. Этот нук сделан с полиплекса, наверное. Ну, я как-то не сильно. Есть крышечки для того, чтобы ставить, подкамливать для сиропа. Здесь есть вот такие рамочки, которые соединяются в одну рамку, и можно ставить в семью. То есть, дабы вышел расплод, или наоборот, нам нужен был расплод для нуклеусов. Вот такой нуклеус. Я к чему это все показываю? Чтобы, во-первых, поблагодарить людей. Во-вторых, возможно, вот такие вещи, как вот нуклеус, его делают, ну, вот ребята BeFarm.ua, они делают эти нуклеусы на продажу. И, возможно, если кому-то просто нужны они будут, я оставлю в описании ссылочку на их канал, и, возможно, кого-то заинтересует, а может, кто-то и купит. Я просто как бы хочу просто поделиться, поблагодарить парней за все эти подарки. Вот такие, да, еще забыл. Хочу отдельно поблагодарить Игоря Журавку и интернет-магазин Укрби. Они мне прислали вот такую классную, крутую книгу. У меня есть книга «Матководство», но эта книга, она вышла новая. Это «Апимондия монографии», получается, издательство «Апимондия Матководство» Рутнера. Эта книжка в твердом переплете, она реально классная, красивая. Она здесь, скажу, 344 листа. Есть даже вот такие как бы иллюстрации цветные книги. Ну, их совсем чуть-чуть, но они есть. Книга читабельная, книга очень удобная. Есть рисунки. То есть, ну, класс. Во-первых, лучший подарок всегда считалась эта книга. То, ну, для меня вообще, когда я узнал, что мне выставили на подарок вот такую книгу с интернет-магазина, ну, в частности, Игорь Журавка, я очень был рад, очень, у меня нет, так сказать, нет слов, чтобы выразить благодарность за книгу, да, в принципе, за все, за все эти подарки. Подарки всегда приятно получать и, естественно, и дарить. Ну, кто больше получает от этого, конечно, кайф. Мне нравится и получать, и дарить. Очень приятно, мне очень приятно, что я знаком с этими людьми. Не из-за того, что подарки дарят, а просто, что эти люди от доброго, чистого сердца делятся общением, в первую очередь. Ну, и естественно, когда есть возможность подарить, например, вот такую крутую книгу, то, ну, грех от нее отказаться. Это Библия матководства. Это книга с книг. У меня это единственная книга. То есть я Рутнера «Матководство» перечитал вдоль и поперек. Ну, буду теперь читать еще и эту книгу. Класс, спасибо большое. Спасибо всем. Если, кстати, кому-то тоже эту книгу, кто захочет, можно купить на сайте Укрби. Это такая маленькая рекламка, кто-то скажет, что он рекламирует. В принципе, да, я хочу прорекламировать людей этих, чтобы больше людей знало, что есть хорошие люди, которые могут от себя оторвать, подарить совсем другому, чужому человеку, по сути, даже незнакомому, который там в интернете познакомились. Также хочу поблагодарить Дениса Фадеева за вот такой подарок. Книга «Бакфаст» брата Адама. «Бакфаст. Селекция и генетика». Спасибо Денису. Классный подарок.
Я вообще люблю такие подарки, как книги. В принципе, это добавляет ума, разума. И также большое спасибо Александру Васильеву за вот такую, он переиздал книгу. Тоже Фридрих Рутнер. «Техника разведения и селекционный отбор пчел». Это тоже очень классная книга. Вот он мне ее подписал. Большое спасибо, Сашка. Спасибо вообще, друзья, за такие классные подарки. Книги – это супер. Вот такой коротенький ролик у меня, а может и не коротенький, вышел. Ну, кому не понравилось, извините. Я хотел просто поблагодарить людей, поблагодарить подписчиков за то, что смотрят и смотрите мой канал, за то, что лайкаете его. Кто-то, конечно, дизлайкает, ну, не без того, всем мил не будешь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, это способствует развитию, улучшению канала. Спасибо зрителям, новым подписчикам, старым друзьям, новым друзьям. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока!